Что принесла она мне? Зачем мне оно надо? Это подарок или бартер? Смотри, голубка принесла трусточку. То есть она по пути летела, нашла себе что-то для строительства гнезда. Но зная то, что здесь можно полакомиться, залетела, чтобы не тратить время свое драгоценное, залетела. И хочет два зайца. Нет, дорогая, ты либо палку бросай, либо ешь. Вот такое глупое создание. Она не хочет выбрасывать палку, смотрите, из клюва. И хочет поесть славно. Что ты делаешь? Или она хочет свить гнездо прямо в этой кормушке? Ой, ну это будет вообще тогда. Ой. Жалко, цветочек мешает. Так бы. Больше у нас было... Площадка для обозрения была бы больше. Все? Все. Голод победил, да? Да? Бросила палку, все. Уже и палка не нужна. Куда пошла? Она бросила свою палочку, залезла мне в горшок цветочный. Нашла другую палочку. Ну, какая неугомонная, а? Тебе же не подходит она. Да. Бросила. Бросила. Поняла, что что-то не то. Пошла за своей старой первой. Хозяйка, ты где делась? Принесла палочки, бросила и улетела. Бананчик нравится тебе? Да? Ты мне песню поешь, благодаришь? Ой, какой миленький. Воды нужно долить ему. Наша новая машина на 2 месяца. Берем в аренду Джак. Контракт. Вышли с Антошиком. Вышли с ним пройтись нам срочно. Торговый центр, да. Угу, yes, активировать его нужно, телефон, карточку. Экспенс. А кто-то готов к путешествию. Интересно, сколько это стоит прокатиться на таком катере? Пушвиды. Раз, пнул и поехали. Ой, с ветерком, хорошо как. Антоша, what do you think? How much it cost? Да? Антоша? Ну да, Антоша думает, это очень дорого. Oh, не знаю. Снимаем денежку. Все, активировали телефон, все нормально. Телефон работает, денег сейчас возьмем. Теперь можно гулять. Кто-то летит. Ой, так низко. Ай, look. The zip line. Look at... Ух, стрелой пронесся. Тоненько, тоненько.
вы приземляетесь на подушечку, матрасик, лежа. Второй пошел. You know, you arrive relaxed, and if you're surrounded by people and shouting and talking, 6 hours, 7 hours really stressful. Смузи готовлю. Здесь банан, яблоко, грейпфрут и немного воды. И на закуску абрикоски. Тоже кусочек. Чинквичанта, I think it's called. Да? Боже. A bath. Чинквичанка какая-то. А, фиат. Интересный такой бабуинчик, маленький, симпатичный. А мы выехали по делам. Выехали на Пальму. Мы на острове Пальма. Едем в торговый центр за покупочками. Здесь все отели в ряд собранные. Каких только нет. Мечтаю попробовать пончики. Hello, fine. Ой, ну не сегодня. No, not New York. Пытаемся вспомнить там один. Very similar, American style. Да. Which may be, you know, old-fashioned, traditional American style. Да, пытаемся вспомнить, как назывался ресторанчик, бургер. Супермаркет такой же, как и у нас. Антошику надо немножко это самое мышцы расслабить. Ему надо пройтись. Он же спортсмен после самолета, после перелетов. Поэтому мы приехали сюда. А пока он будет занят своей ходьбой, я сделаю шопоголика в моем любимом британском магазине. Ну, посмотрим, что я найду. Вообще не планирую ничего такого сверхъестественного. Ну, а там посмотрим. Ну, а почему? Я сконцентрирована на моих покупочках. Думаю... Что-то шумненько стало, а здесь фонтан включили. Вода, смотрите, откуда льется. Почти с потолка. Прям как центрофуга. Так, не отвлекаемся. Дальше концентрируемся. На моих покупочках. Мало чего выбрала сегодня. Ну, подождите, я еще не закончила. Печенье. Хочется чего-то такого эдакого. Чего-то тоже новенького попробовать. Ничего не нахожу. Сколько здесь бельгийского шоколада. И он, поверьте мне, он очень вкусный здесь. Единственное, что мне вот эти вот марципановые какие-то не понравились. А так все, конечно. Ой, вот что-то новое. Монетка. Ничего же себе монетка. Шоколадная.
А вон что-то на скидочке вижу. Печенье. Угу. Котлетки есть рыбные, сама рыба есть. Но цена не дешевая. Ну, качественное все здесь. Мясо, фарш. 50%, по-моему, из барашки. Мясо тоже 50% скидка. Но мне не надо, у меня все есть из этого. Если курочка, конечно, была. Говорят, органик. Не знаю. Если бы она была на скидочке, я бы взяла. А так нет. Что еще? Хлебный пудинг. Ну, типа запеканка хлебная. Я не любитель такого. Тоже на скидочке. Небольшой. Что еще нашла? Йогурт. Не надо пока. Молоко есть у меня. Масло бы взяла. Смотрится очень-таки. Но не на скидке. Без скидок не беру. Принципиально. Сыры есть. Ну, все. Хрустики-мустики. Я не любитель, Антоша старается не есть, хотя он их очень сильно любит. Хрустики всевозможные. Но держит себя в руках, чтобы не съесть. Что еще здесь на скидке было? Я уже закончила, я просто маюсь, тяняюсь. Жду Антошика, когда он меня с магазина заберет. Я бы с удовольствием муки бы взяла, но муки нет. Вернее, она есть, но без скидок. Чтобы еще специи какие-нибудь взяла бы. Хотя я взяла одну баночку. Что здесь такого интересного есть? Того, чего у меня нет. Вот что-то из двух последних. У меня такого нет. Шафран, кумин. Вот бы я чего взяла. Красного перца. А может взять, а? Он редко бывает на скидке. Так, разное количество супов уже готовы, консервированных. Что здесь еще есть? Консервы. Рис. Кстати, мне был нужен рис. Помните, взяла пачку. Непонятно за столько. А, нет, это... А, все поняла я. Это не абы какой рис. Это просто рис готовый почти. В микроволновку бросьте, будет... И будет почти готов. Спортсмен вернулся. Just had my appointment cancelled for tomorrow. Сумку подготовила. Молочек взяла. Look at the gigantella. It's like Chernobyl. Зашли в супермаркет, просто посмотрела. Черешня по цене трюфеля и клубника британская. В принципе, недалеко ушла, но она огромная, чернобыльская. Нет, я за хвостик только, говорит, не лапой. У меня же за хвостик, просто показать. Большое количество помидор. Ой, тоже британский, кстати. Антоша, твои помидоры. Раньше были из Франции, Италии, Испании, а теперь вот научились. All tomato from Britain. Did you see that? Британские all tomato. В принципе, на... Ой, боже мой, даже огурцы британские. Не зря же британский магазин. Здесь все так уложено. Красиво, все по полочкам. Разложено. А, морковка. Мне нужна морковка? Не надо.